привет, друзья! Привет! Привет всем из Анталии! Приземлились мы. Перелет из Краснодара в Анталию задержался примерно на час, а может и полтора. И вот уже скоро перевалит за полночь. Мы все еще в аэропорту. Не можем стартануть в свой город. Говорят, ехать до города час. Потом, пока заселимся, успеть бы поспать. Тепло, хорошо, плюс 24. И кажется, ветра нет. В Краснодаре и в Анапе сегодня ужасный ветер. Самый ужасный ветер был в Новороссийске. Мы ехали-то из Новороссийска. Вот там ветер, а в Анапе-то так себе. Прилетели мы по ваучеру фирмы Бауэр. Да. Судьба нас занесла в Анталию благодаря фирме Бауэр, у которой мы купили баню. Инфракрасную сауну. Да. И нам дали такой бесплатный ваучер на экскурсии на всякие 5 дней, 7 ночей, 7 ночей, 8 дней. Вот. Нам оставалось купить только билеты на самолеты. Ну, в принципе, стоимость билетов примерно равна путевке горящей. Да, путевки. Да. Все включено. А у нас будут включены только завтраки и экскурсии. Да, друзья наши удивляются, что вы живете на Черном море, на курорте, поехали куда-то в Турцию. Но Турция, ну, не все россияне вообще врубаются, что на самом деле в Турции все курорты на Средиземном море. А Черное море, которое у них называется Кара-Денис, оно холодное море, холодное. По-моему, там курортов даже нет. Не знаю. Но мы будем купаться в теплом море, в Средиземном. Попробуем, что это такое, ни разу не были. Телефон у нас садится, поэтому мы заканчиваем наш начальный репортаж из Турции. Всем пока. Пока. Прилетели мы поздно ночью, устроились в отель. В общем, спать легли только пол второго ночи. И вот первое наше утро. Ну, вполне себе. Курортная улица, ухоженный газон, милипизерная такая гостиничка, вернее, милипизерные номера. Ну, нормально. Очень шумная улица, капец. Всю ночь кто-то ездит, шумит. Утро продолжается. Турция не оставит нас голодными. Мы сходили на шведский стол. Поели, попробовали все, что могли. Ксюша! Вот она, наша лапочка. И вышли на веранду попить кофе и поесть фрукты.